Bergenstaff and Raf Koli Gizma. Внимание на монитор. Сейчас мы увидим оценки Жанет Бергенстаф и ее Колли Гизма. Итак, оценки Жанет. Impression 6.3. Technique 6.07. Music 6.3. Total 18.7. А мы приглашаем в ринг следующего участника наших соревнований. Встречайте, Ефремова Ирина и Папильон Ункас с Петроградки, Россия! Из России!
ждем оценок от наших судей. Я немного расскажу о той паре, которая сейчас выступала. Вот что Ирина говорит о своем партнере. Ункас только кажется маленьким и хрупким, а на самом деле он абсолютно бесстрашный и немного сумасшедший, готовый рваться в бой в любой момент, до фанатизма любящий танцевать. Именно в танце он показывает свой неукротимый нрав. Работать с ним сложно, но очень интересно. Они представили композицию «На летнем лугу», историю о том, какими надоедливыми бывают бабочки. Some words about Efremova Irina and Papillon Uncas. Uncas only looks like a small and delicate dog, but in fact, he is absolutely fearless and a little bit crazy. He is always jumping at the bit, crazy about dancing. It is during the dance when his fiery temper is revealed. It is challenging but interesting to work with him. The routine was a story about how annoying butterflies can be. Мы ждем оценок судей для Ефремовой Ирины. Буквально через несколько секунд мы увидим оценки для участника под номером 2 Барбары Кристалини. Now our judges gave the marks for Ефремова Ирина. And we are waiting for marks to Барбара Кристалини. Impression 7.57, technique 7.7, music 7.25, total 22.54. Barbara Cristalini and Border Collie Dana. Общий балл 22.54. If our judges are ready, we can invite next competitor.
We are waiting for you. Следующими в этот ринг выйдут Моника Балерини и Бордер Колли Бриз из Швейцарии. Я прошу прощения, это Моника Балерини, ее папильон Мария. Моника, I'm sorry, you should listen your music, номер 20, пожалуйста.